Не против? Да не, не против, я вас не бачу зовсім. Ну ничего, чтобы знали, разговора не было, что мы говорим о хорошем. Все, я слушаю, говорите. Геннадий Тихонович, как мне вот, знаете, как мы, я очень много проводил времени в Украине, жил там даже, учился, и мне это все родное и близкое, и как-то, знаете, вроде бы как оно уже и отболело, вот это смотришь москаляку на геляку, на ножи, а как относиться вот к этим событиям сейчас во свете Библии, мне как-то затруднительно, я даже для себя боюсь выводы какие-то делать. И ничего не надо делать, сегодня уже нас предупредили. Забудьте, про это не разговаривать, только молиться. Никакие молитва. Имена не поминать, ни правителей, никого. Нам это не надо. Мы молимся, никто не знает, а Господь знает как. Мы ничего не сделаем, кроме как вред нанесем себе и родным. Молиться, молиться, молиться. Все, и на этом конец. Мне это ясно. Спаси Христос, Игорь Николаевич. Да слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Да. Что у вас еще? Да ничего мне предельно ясно, то и это, слепой без хорошего совета. Теперь как, не то чтобы прозрел, но хотя бы знаю, куда повернуться. Вот так. Ну что, молитесь, время есть пока, дальше будет видно. Мы знаем, что Господь предсказал нам это. Будут войны, слухи, моры, землетрясения. Оно все идет, как предсказано. Все. Как... Наши желания мы подчиняем воле Божьей. Да будет воля Твоя, мы Отче наш-то считаем. А без воли Божьей этого бы не было. Бог положил так, что вот события так складываются. Так что я вам высылал тут материалы о том, как поется последнее время. Вот сейчас я посмотрю, у вас есть или нет, и скину вам материал этот. Есть, есть, я раскрыл уже сейчас. Да. Есть. Надо просто быть перед Богом ходить. Понимать, события разворачиваются так, что ждать больше нечего. Надо трудиться при любой обстановке. Руки не опускать. Время короткое, чтобы земля прищалила, говорит, полное добрых дел наших. Господь сказал... Это получается, у нас лукавый все равно вот это, на эмоциях пытается бесплодные дела вот эти... Мы ввести там, что-то сказать, что-то это, просто воздерживаться и молиться. Ну, да. Мы повлиять ни на что не можем, и поэтому надо помалкивать. В этом вопросе я выслал материал о войне, я вам скину. Что такое война, почему она допускается? Я вам скину сейчас сразу материалы эти. И вы будете знать, нам больше говорить ничего не надо. Никогда имена не поминайте, правителей не надо. Мы послушные, написано, молитесь за царей начальствующих. Мы молимся. А это обсуждение их, что надо было, мы уже давно им сказали, они все знают. Мы много ездили по тем странам, и много у них все оставлено. Ну да, получается, молитва – это самая лучшая дипломатия. Конечно. И за молитву нас никто не потребует отчета, только Господь Бог. Ну да, и они в трудной ситуации вспомнят, что за них молятся. И только, наверное, основной, может быть, на молящихся надежда-то и будет у них. Да. Все. Ну, спаси Христос, Игорь. Ну все тогда, если ничего нет, я отхожу. Аллилуйя. С Богом. Далеко не отходите, я сейчас по материал буду скидывать.